чем проблема дискредитации темы пробиотиков в рекламе? Дело в том, что прямым или непрямым образом пробиотикам присваиваются такие свойства, которыми они не обладают. То есть, условно, в рекламах там демонстрируется, что человек выпивает пробиотический продукт, значит, и уже может нырять в прорубь, и у него такой огромный иммунитет и так далее. Да, эти микроорганизмы влияют на иммунитет, положительно влияют, это правда, и это доказано как бы статейно и так далее. То есть это подтверждено научно. Но таким образом, как это преподносится как будто это какое-то лекарство и панацея от всего. Это неправда. Это просто некий продукт питания, который просто у нас должен быть все. Не более того. И поэтому вот эта вот дискредитация, она, конечно, есть, это очень неприятно, особенно нам, кто занимается этой тематикой, когда мы говорим о пробиотиках, ну, это уже начинает